Всем привет, мои друзья, подписчики. Если ты не гомосек, лайк поставь за 10 сек. Друзья, давайте поступим следующим образом. У меня здесь под столом больше 10 посылок. Давайте я каждую распаковывать не буду, потому что это куча времени, и для монтажа это очень долго. Поехали. Первая посылка, это вот такой вот пенопласт, и здесь написано, что что-то для айфона. Или чехол, или стекло. Уже распаковал, есть у нас вот такие вот стикеры для удаления пылинок. Две салфетки влажная и сухая. И вот такой вот, собственно, айфон. Дальше идет для него стекло. И вот такой вот буклетик с китайским номером телефона продавца. Стекло у нас обычно, это для айфона 6 или 8, не знаю. Короче, вот написано 7+. Я не то и не то отгадал. В чем прикол этого чехла, сейчас покажу. Чехол заказывала девочка. Он у нас полусиликоновый, полупластиковый. Очень приятное такое покрытие. Здесь, конечно же, для яблока, для камер вырезы. Кнопки у нас есть встроенные. Здесь для ремешка. Все разъемы. И этот чехол вот так вот разбирается. Очень прикольно. И также вот верхняя часть. Если вы верх не хотите закрывать и низ, то можете ходить, в принципе, вот так. Дешево и сердито. Очень все быстро защелкивается. Следующий товар, это вот такой вот чехол. Не знаю, что это за модель. Нужно будет смотреть по заказу. Вот так он выглядит. Фирма, кстати, вот эта MCV2. Очень хорошая. Это что-то похожее на Samsung, но это нифига, наверное, не он. Честно, не знаю, может какой-то Xiaomi. Кто знает, напишите в комментариях. Здесь внутри такая классная штука для дисплея, чтобы он не царапался. С этим понятно. Следующий товар приехал этой же фирмы. Вот такой вот тоже MSV или MS7, что-то такое. Вот в таком конверте. И это у нас, по-моему, точно для Xiaomi. Жалко, не написано. Надо разбираться, кому отдавать. Кстати, если кто-то живет в Украине, могу по символической цене продать. Следующий вот такой вот у нас чехольчик, фирма SQ. Это для iPhone 10. Ух ты, вот этот мне больше нравится. И он такой вот зелененький, очень тактильно приятный. Какая-то такая силиконовая подача. Все разъемы также есть. Внутри скользящая штука, чтобы тоже не царапался дисплей. Ну и здесь клавиша вверх-вниз, крокодиловую кожу. Если мы долго вот так вот держим, то у нас остаются вот такие вот разводы. Видите, то есть он какой-то у нас тепловой. Это специальное нанесение такое, что очень-очень прикольно. Смотрите, есть разновидность цветов. Сейчас глянем, уже в такой презентабельной коробочке можно куда-то купить, закупиться и вешать в своем магазине. Вот такой вот. Это опять же, я не знаю, это Xiaomi, наверное, какой-то. Очень классный, такой плотный. Здесь реальная кожа чувствуется. Хороший вырез, гибкий. Кому нравится такой стиль, попробую найти ссылку в описании. Это у нас вот такой вот тоже синий такой чехольчик для Note 8 для Samsung. Стоит, кстати, недешево. Около $5. А в чем прикол? Нет, это не тот чехол, что я думал. Ну ладно, там будет интересный чехол. Вот это вот замш. Также для дисплея хорошо. Все сделано офигенно, только я вот не пойму. Это замш, только он более приятный. А этот тактильно приятный. Ну, неплохо. Вот, наверное, поэтому так и дорого. Около $5, потому что качество нужно платить за это деньги. Бабосики. Вот также для какого-то Samsung S8+. Точно такой же чехол. Я понимаю, это какая-то фишка. Вот знаете, вот так вот палец прислоняешь, долго держишь, и остаются от температуры такие пятна, а потом они сами проходят. Да, это они. Сейчас постараюсь долго продержать. Значит, тот чехол точно такой же. Ну вот, видно там. Наверное, на свет вам не видно, но мне видно. Как бы отпечатки такие специальные оставляют, а потом проявляются сначала, а потом сразу исчезают. Короче, вставку где-то вставлю, посмотрим. Следующий, друзья, чехол. Это G530 Samsung. И здесь есть магнит. Видите, мой скальпель липнет. Здесь вы можете положить карточку свою, еще какие-то визитки. А так, вот это силикон. Здесь тоже какая-то клееночка для дисплея. А это прошитая какая-то материя. И этот чехол можно еще сгинать вот так вот, чтобы смотреть видосы. Такой тяжеленький, увесистый, прикольный. И напоследок, еще один дорогой чехол MS7. Здесь уже идет вот такая вот подарочная упаковка. Смотрите, как все выполнено. Это у нас салфетка для протирки, сам чехол и само стекло.
Стекло, кстати, очень-очень толстое. Вот так вот. Нифига себе. Нет, это, друзья, не на iPhone. Это на Xiaomi какой-то. У iPhone кнопки немножко по-другому расположены. Я думал на iPhone 8 Max Plus. Нет, это у нас реально, да, какой-то Xiaomi. Вот это вот, друзья. Знаете, вот был OnePlus 1. Вот у него крышка сзади вот такая вот была, как асфальт. Очень-очень классно выглядит. Смотрите, как сделано профессионально. Чтобы вы не поломали, здесь есть вот такие вот надрезы, чтобы вы аккуратно надели и ничего у вас не треснуло, не хрупнуло. В общем, для камеры, для отпечатка все есть, но с такой махиной я манал ходить. Вот это рекомендую. Сразу в комплекте стекло, салфетки, вся вот эта вот шляпа. Это у нас, не знаю что, какая-то иголка, наверное. Сейчас посмотрим. Друзья, я в шоке. Это какая-то пипетка, и здесь какое-то находится масло. Может, это олеофобное покрытие? Кто знает? Или для проверки олеофобки. Короче, кто знает, напишите. Я даже первый раз такое вижу. Короче, вообще, вот такой вот большой ассортимент чехлов на сегодня. Смотрите, здесь какие-то документы даже. Какие-то карточки. Вот, iPhone. Открытка. Здесь письмо. Блин, ну, на подарок реально классно. Пойдет. Все, друзья, всем удачи, всем пока. Ну что, пора прощаться. Следующий ролик уже совсем скоро. Сейчас самое время спуститься и почитать комментарии. Кто не поставил колокольчик и не включил уведомления, может остаться без нового ролика. Я предупредил. Пока.